Я с радостью послужу. Всем привет, Сэнс Панчбук. Славно. А теперь за работу. Да, сэр. Ты думаешь, что говоришь, сеньорина? Здесь семья, а не военная база. Мы начинаем играть в Да, сэр. Ты что, издеваешься? Пора надрать пару жирных задниц. Пожалуй, что так. Накатим по стаканчику и за дело. Да-да, за дело, дружище. Их кровь прольется в вашу честь. А как же, давай за дело. Ты знаешь, где я. Не кошка, мы его так называем, да? Что такое, что ты? Я говорю, тебя не кошкой называть? Ты хочешь что-то сказать? Дама. Да, злая кошка. Только не словами. Меня зовут Шошанна. Дама. Начинай игру. Не зови меня так. Окей. Я тут немножко раскачался. Я был сейчас про. У меня был почти полностью раскат всех. Но у меня полетела игра. Я. Так, у меня есть 1200 очков, на которые я куплю очки. Сила, очков, 2. Сэр. Серьезно, хватит этих, сэр. Лучше соблюдать радиомолчание, сэр. Ого, вы все в Масаде такие серьезные или только ты? Мы все такие серьезные. Конец связи, кто хочет со мной подраться? Шубан? Хватит! Шубан? Чем неведома боль. Ну ты катану уже боишь. Казнить! А я съем прям как Джеки. Так, делай все быстро. Приближаюсь. Могу я получить больше данных о нашей цели? Ну, Филя, долбанутый на всю голову. Так, помогло? Еще чем? Очень живописно. Может, обсудим данные и все такое за бутылочкой хорошего... Конец связи. Блин, мой патрон скоро кончится в бокалике. Это плохо. Опа! Так. Иди сюда, дорогой. Ладно. Как это сломать? Только не запомнишься, как в прошлый раз, когда ты под текстуру упал. Окей? Что? Ты кого-то уже убил, да? Я говорю, не упади под текстуры. Окей. Тут еще патроны. Тут патроны. Тут аптечка. Аптечки нет. Где? Тут аптечка. Я всех переговариваю. Смехный каждый. Вы поняли?
Я тоже крутой. Я тебе попрыгнула. Вообще сзади как настоящий ассасин. И какая там шошана. Кстати, у меня скин нормальный. Помогите! Развяжите меня! Я прикольный. Я шофан. Красота. Сам я тут прикачал. Не сюда, не сюда, дорогой. Ну, кошка, ну, иди. Ты чё, чокнулись? Ты чё такой крутой? Нифига ты не крутой. А вот моя... Ты что? Думаю, я тебя хочу освободить. Люди, помоги! Умри! Умри! Зачем ты же говоришь? А? Я это... Так реагируешь? Нет. Или ты с кем-то разговариваешь? Нет. А почему ты вопишь? Дэн, ты прочитал литературу? Да, прочитал. До конца? Да. Ты если видишь, то прочитай, что ты написал. Что это? Что это слово? Ой, его. Чего он сюда побежал? Ну, правильно написано? Ну, блин. Ну, посмотри. Ну, потом я исправлю, хорошо. Ну, тогда. Ну, и потом. Чёрт! Ну, спасибо! Ёпарасоте! Я спасу! Ну, а где я умираюсь, ебали? Шучу! Блин! Ну, два освобождения! Эй, стойте-ка! От вас просто несет тьмой! То есть... Вот дерьмо! Вас прислал гребаный Джеки Эстакада! Это точно меня уроет! Чёрт! Ладно, ведите меня к нему! Не, ну это же надо, вот не пруха-то! Задание! Задание выполнено! Зачем пропустил? Ну, сори. Я случайно на пробел нажал на нее. Прости. Ты специально. Блин, я чё, не могу чё. Я люблю телефоны. Мне в башке голосов хватает. Куда уж больше? Я люблю телефоны. Пардон. Слушайте, как только что-нибудь интересное там узнаете, мне шепните. Хорошо, пока. Да, сэр, ждите новостей. Ого, сэром меня ещё никто не называл. Ни в библиотеке, ни в ночлежке. Благородно звучит. Давай, дальше играем. Что-нибудь ещё, сэр? Да, то есть может быть. Мне вот интересно, это твой пистолет. Тоже темная энергия исходит. Это ночная длань. Сила тьмы бережет ее от промахов. Ого, с тобой шутки плохи. Главное, не забыть об этом. Увидишь пушку, вспомнишь. Это шутка, да? Блин, как? Ну ладно, не буду тебе мешать. Как найдешь источник темных сил, сразу скажи мне. Все, чао. Я покойник. А он для меня этот катан уже прирезал. Я уже тут два года. Я вижу твою японскую улыбку. Тебе что, жить надоело? Что? Профсоюз нам надо сделать. Вот что. Ничего. Окей. По-тихому. Мы же ассасины. Получилось. Мы близко. Я чувствую это нутром. Отлично, это очень важно для всех нас. Слушай, а вот этот твой меч, что будет, если его... Мультиплеер! И покормить! Каждый день, когда я не забираю темную душу, стоит мне годы жизни. Хрена! И сколько дней ты уже пропустил? С тех пор, как клинок попал ко мне, 17.
Поэтому сегодня я обязательно должен найти темную душу. Слушай, я, конечно, псих, но хороший не темная душа. Ты же понимаешь, что я говорю? Найдешь источник темных сил, сразу говори. Стой, не включай, пожалуйста, не включай ни в коем случае. Эмку, если только найду ее. Так, пожалуйста, не включай. Не включай мне. Спасибо, ладно. Я не включал, он случайно включил. Ладно. И с чего нажал на кнопку? Потихоньку добавляются. Получит свое. Я тоже, блядь, потому что у меня есть такой пьяк. Нет, у тебя урон повышается рядом со мной. Если я рядом с тобой, от меня урон повышается. Так что ходи со мной. Два. Встань. Так, где последний? На! Я не понимаю. Как я? Стой, ниже, что как сильник? Спасибо. Иди, включай. Включил. Второго включать? Перенаправить? Электричество. Ладно. Понял, что это да. Ой, что я натворил? Ладно, все будут очень злые люди, так что готовься. Ай, меня отзывают. Надо артефакт тьмы взять. Да я возьму. Сори, я взял. Ааа, злые люди. Ладно, я сам поместил. И надо в голову стрелять. Что случилось? Я чувствую, что происходит. А помнишь, сколько мы нашли великий артефакт? Они наносили им странные символы. Ладно, надо взглянуть на эти ваши штуки. И захватите мне пару гамбургеров. Итальянскую жратву видеть уже не могу. Котом, Джессик, гулял. Нашел у одного отморозка по имени Свифти восковую печать. На ней тоже непонятный знак. Может, здесь есть какая-нибудь связь? Сейчас, ну, с окариком бегаешь? А я с карабином. Не, не хочу. Ну все! Ладно, что ж. На восковой печати Джейми и на этом артефакте один и тот же знак. Слава была. Чтобы он не значил, он связан с тьмой. Команда. И меня это напрягает. Спанч, губки! Останьте чувака, у которого нашли артефакт. Его зовут... Ну, все, смотрите на просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и все, пока! Спросите, пока! Подумай только, я прям как мафиози. До скорой встречи, я опять нажал на эту...